Приветствую вас, друзья и недруги. Несколько лет назад съемочная группа проекта «Важная персона», который эфирился на канале «Москва-24», съездила в Грозный. И мы побеседовали с Рамзаном Кадыровым. Непростая это была поездка. Мы долго его высиживали в его дворце, мучаясь от жажды и голода. Но оно того стоило. А сейчас в новом контексте, когда Рамзан Кадыров фактически артикулирует единственный адекватный дискурс в отношении так называемой спецоперации, когда он стал ньюсмейкером в условиях войны, каждый фрагмент той беседы, по мне, звучит несколько иначе, но актуально. И давайте вещи своими именами называть. Вы же знаете, что чеченцев боятся. Вот я не знаю, у вас времени точно нет, чтобы смотреть голливудские фильмы и сериалы. Я их смотрю. Там обязательно вот злодеи, это вот или сербы, или русские, а уж чеченцы это точно. Вы считаете, что это не может помешать как-то вот развитию туризма, вот такой вот образ чеченцев, таких людей, ну, своенравных, и с которыми, в общем, лучше дел не иметь, лучше к ним не ездить и держать дистанцию. Есть такое мнение? Ну, этот стереотип, да, создали, да, мы. Угу. Вот, 10-15 лет только говорили о том, что чеченцы убийцы, чеченцы террористы, головорезы, там, сепаратисты, там, не знаю, там, все что угодно, да, они придумывали против нас. Поэтому так думают. А сейчас мы делаем все для того, чтобы показать истинное лицо чеченца. Настолько мы гостеприимны, какая у нас красивая культура, хорошие обычаи. Поэтому кто знакомится с чеченцами, то обязательно там хочет подружиться, иметь дружеские, братские отношения. Да. Чеченец никогда не имеет права допустить подлость. И никогда он не проявит свою смелость там, где не нужно это. Поэтому, а те, кто называет себя чеченцами, допускает такие ошибки, у них не чистая кровь, они не чеченцы. Они просто могут говорить на чеченском. Вот так я и всем буду говорить, те, которые вот что-то, так и что-то говорили, это, я скажу, мне Рамзан сказал, что у тебя нечистая кровь. Вот я вот, любому скажу, вот если ведет он себя не подобая, я скажу, что Рамзан сказал, что ты не чеченец, не мужчина, да он.